Всем привет! Вы на канале AR Berlin. И сегодня мы с вами поговорим о электричестве. В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с таким понятием, как электричество. Без электричества представить нашу современную жизнь практически невозможно. Скажите, как можно обойтись без освещения и тепла, без электродвигателя и телефона, без компьютера и телефона? В чем же заключается суть электричества? Суть электричества сводится к тому, что поток заряженных частиц движется по проводнику в замкнутой цепи от источника к потребителю. Двигаясь, поток частиц выполняет определенную работу. Это явление называется электрический ток. Силу электрического тока можно измерить. Единица измерения силы тока – это ампер. Получила свое название в честь французского ученого, который впервые исследовал свойства тока. Имя ученого-физика – Андре Ампер. Открытие электрического тока и других новейств, связанных с ним, можно отнести к периоду конца 19-го – начала 20 века, но наблюдая впервые электрические явления, люди еще в 5 веке до нашей эры. Они замечали, что потертый мехом или шерстью кусок янтаря притягивает к себе легкие тела, например, пылинки. Древние греки даже научились использовать это явление для удаления пыли с дорогих одежд. Еще они заметили, что если сухие волосы расчесать янтарным гребном, они встают, отталкиваясь друг от друга. Вернемся еще раз к определению электрического тока. Ток – направленное движение заряженных частиц. Если мы имеем дело с металлом, то заряженные частицы – это электроны. Слово «янтарь» по-гречески – это электрон. Ребята, в наш музей вы можете попасть в 19 век и самим запускать приборы по изготовлению электричества, которые вы сейчас можете увидеть. Внимание на экран! Мы с Алексой эти приборы запустили. Внимание на экран! Да, ребята, здесь очень опасно, поэтому здесь висит знак, предупреждающий нас о том, что здесь находятся приборы, которые опасны для жизни. Ведь электричество – это не игрушки и далеко не детское понятие. Внимание! Ток невидимый. Что не нужно делать детям? Не дотрагивайтесь руками, не подходите близко к проводам электрокомплекса. Не вставляйте ничего в розетки, особенно свои пальцы. Розетки – это очень опасная вещь. Лежащий на земле провод может таить в себе смертельную опасность. Держи расстояние 8 метров. На сегодня это все. С вами был ваш канал AR Berlin. И всем пока-пока.